Ну что, уезжают мои. Собрались. Все, идем провожать. Аккуратней. Все взяли, парни? Да, сэр. Телефон взяли? Ваш взяли, конечно. Мам, здесь выгрузил какую-то хрень. Газеты для розжига на шашлыки. Какой-то там насос лежит. Ладно, да подположи. Я ставлю, да. Машину что-то меняли, что ли? Я даже... Не знаю. Вчера мыли машину, видите, какая грязная, какая тут пылища. Пыль, да, так она везде такая. Сейчас смотрели в Варламова про Хельсинки. И то. Там тоже пыль, только там от гранитной крошки сыпят полы, дороги, про тротуар. Потом все это пылит, долго не убирают. Так что все. Ну что, все, мои дорогие, радость моя была недолгой. Костя был меньше 2 суток. Не выдержал. Не выдержал. Не выдержал, говорит, хочу домой, хочу в дорогу. Ну, жарко тут, я не могу. Ну, садитесь, садитесь. Так, Егорка, давай, что сделаем? Ты в машине-то шляпу сними. О, тебе как сзади-то хорошо, Гришань. Бабушка, осторожно, брызгаем окно. Да и ладно. Ну ладно. Заедем сейчас, полоснем машину. Нет, а счастливой вам дороги. Да. Чтобы, как говорят, ни гвоздя, ни жезла. Да. Всем привет передавайте. Да. Тете Марине заедьте. К Сашке. Ладно? Ну, мы всех навестим. Прощаем. Здесь. Все, матери, давайте. Давайте, ладно. Пока. Вот опять я осиротела. Ну что, погрустила, поплакала. Надо ехать на рынок. Отвезла заказ Ирине наконец-то доделанный. Ура, купила гипс. Так. Немножко фурнитурки купила. Так. Ну вот, уже и абрикосы валяются по дороге. Да, они там висят. Так вот. Быстро все в Крыму. Раз и созрело. Опа, и на земле. Какие цветут желтеньким. Ой, так грустно, не могу. Я даже домой не хочется возвращаться. Вон яблочки дикие. Какие-то маленькие.
ветер такой черный, где-то шляется. Коба тоже всю ночь где-то ходит, потом приходит утром и спит целый день. Да он вообще такой, с ним не пообщаешься. Ветер поднялся. Какой-то магазин строят. Ой, мне Костя говорил, как называется эта технология. А я смеюсь, я говорю, тут такие ветра, не сдует это потом все. Сейчас схожу в магазин, положу денег на телефон. Только вчера положила 150 рублей. С Сашей поговорила, все, нет денег на телефоне. Ну вот, сегодня воскресенье, а завтра, мои дорогие, понедельник, завтра я на почту отправлять бандероли, которые вернулись. Привет! А я не вижу, думаю, кто это мне кричит? Что ты там снимаешь? Меня тоже, да? А ну а что? Ну а что? Остановите пленку! Эту чуму я уже смотрел! Слушай, ты что сегодня такой веселый? Это я перевожу. Эй, остановите пленку! Ну? Эту чуму я уже смотрел. Ты работаешь сегодня? Работаешь. Ну вот я и дома. Довез меня веселый Толик. Еще не уехал, машина у него что-то плохо заводится. Тык-тык-тык-тык. Ой. Сливы надо подметать опять. Он завелся. Вот это я сегодня утром доделала кашпо лампу. Надо было, конечно, ее лачком еще покрыть. Ну и цветочки туда посадить. Вот такую удумала. Она бы, конечно, лучше смотрелась, если бы сделать потоньше трубку. Но никак не установить на тоненькую трубку вот эту саму верхушку. Ну, вот опять неделю делала. Ой, эта голова рукам покою не дает. Ну ладно, сегодня гипс купила. Буду заниматься немножко другими делами. Ну вот, это все, что я смогла купить из фурнитуры. А мне шапочки нужны под золото доделать. И колечки вот такие же нужны, но бронзовые. Ой, придется, видимо, мне ехать в Евпаторию. А там цены просто. Вот если здесь у девушки по рублю вот эти вот пины, там по 3 рубля. Это сколько ж мне надо на длинные бусы? Это просто вообще. Но, видимо, придется. Или в Симферополь съездить.
Да, в Симферополе-то я тоже магазинов-то и не знаю особенно с фурнитурой. В общем, прям проблема. Спишь, кабаська, да? Ой. Поднялась бабушка посмотреть. Посмотрите, что. Штора. Вся отвалилась. Ой, надо табуретку тащить сюда наверх, лезть. Ой, боюсь даже оглядываться на этот бардак. Ну вот. Все, теперь надо стирать, выносить, убираться. Ждать вестей с дороги. Потому что ехать они будут долго. По ночам будут останавливаться, ночевать. Должны заехать к Марине, к подруге, к Саше в Питер. В общем, неделю ехать будут. А что, машинка маленькая, нескоростная. Загрузили ее битком. Ой. Ну что ж такое-то, надо лезть вешать. Вот. Теперь буду ждать, когда едут, что и как. Ой, вот это, конечно, мне совсем не нравится. На второй этаж таскать табуретку. О, уже вишня пожелтела сверху. Так оно уже все, ягода уже пьяная. Вчера нарвали, а она прям уже такая. Жарища. Ой, ой, какая плитка-то, блин, горячая. Вот что это? Ой. Да, без работы меня не оставят. Ой. Ой, лишь бы доехали хорошо, без аварий, без поломок, без всяких проблем. Целую неделю переживать теперь. Что сделаешь? Доля наша такая. Мамина да бабушкина. Переживать за них. Ну, ладно. Уберу тут все. И к следующим гостям приготовлю. Пока, мои дорогие. Надо тазик забрать. Да, да ладно, я ж тебя не трогаю. Спи.